Двор первого дома второго микрорайона вошел в проект «Комфортная городская среда». Все работы подошли к финальной стадии. Во втором микрорайоне уложено новое асфальтное покрытие дороги и тротуаров, установлен новый бордюрный камень, расширена парковка. Десногорцы, которые в прошлом году проявили активность и стали участниками проекта, в этом году уже сами продолжают благоустраивать свои дворы. Вооружившись граблями, метлами и мусорными мешками, они расчистили придомовую территорию от мусора, сухих веток, обозначили парковочные места. До конца приводим в порядок после работ законченных, чтобы вот эта грязь, которая, земля, которая вот на новый асфальт, на чистый не попала. Ну и все остальное в порядок приводим и главное разметку сделать на новой парковке. Заявили желание собраться вместе и что можем, то сделать. Я благодарен людям, вот, которые действительно вышли вот сейчас очень активно, сами. Вот. Дальше будем, сейчас будем продолжение делать, вот, благоустраивать, на 19-й год. Жители любого дома нашего города могут принять участие в проекте «Комфортная городская среда». Участие в программе абсолютно бесплатное. Необходимо только собраться вместе и подать заявку в администрацию, как это сделали жильцы уже 6 домов. Провели собрание. Секретарей выбрали. Ну, как положено, все это мы сделали. Сходили в горсовет, нам сказали, наберете 50%, знаешь, получится. Нет, мы набрали 70%. Мечтаем, чтобы тут беседка была современная, для детей была площадка. Ну, а поддерживать порядок, разбивка цветника, все это в наших руках. Спасибо администрации, что поддержала проект. И пусть нам не завидуют, а действуют вслед за нами таким же способом – дружно, коллективно, организованно. Заявки для участия в проекте «Комфортная городская среда» принимаются в администрацию с 16 ноября по 5 февраля.